До рубежа в 300 заболевших осталось 3 человека. Владимирская область продолжает устанавливать антирекорды по количеству зараженных. На утро среды имеем 297 человек. Такого количества не было за всю пандемию. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания в нашем регионе теперь 59 370. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир. 67 заболевших за сутки. Вчера прибавка составляла 63. Всего с начала пандемии в областном центре уже 13 900. 586 зараженных. Летальных исходов 7, на 6 меньше, чем накануне. Общее количество погибших от новой заразы уже 2140. И число выздоровевших месяц меньше числа заболевших. Сегодня 70 против 297. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 51 925.